сзади. Сзади, разойдитесь, сзади, пожалуйста. По фанам. Итак, коллеги, здравствуйте еще раз. Мы рады вас приветствовать сегодня здесь, в Петергофе. Мы открываем наш очередной летний сезон. Год очень будет для нас важный, волнительный. Год юбилея Петровского. Мы посвящаем в этом году ему память, праздник весенний. Это Виват-ассамблея. Он пройдет 21 мая здесь, на Каскаде. И будет осенний праздник в сентябре, тоже этому посвящен. Помимо этого будут множество выставочных проектов по всей стране. На Марсовом поле откроется уникальный выставочный проект «Картин Петра Великого». Это все будет в этом году. Мы вас будем приглашать, освещать это вместе с нами. Год большой и волнительный. В Петербурге в этом году, с начала 2020 года, мы открыли все музеи, мы сняли все ограничения, ну, кроме тех, кто которые реставрируются. Будут работать все фонтаны, мы тоже открыли в прошлом году два фонтана, все фонтаны работают. В Оренбауме откроется китайский дворец, откроется северная анфилада после реставрации, и долгожданная наша катальная горка будет открыта в июле месяце. Это наши планы. В парке будут праздничные концертные программы. Лето будет жарким, и лето будет, надеюсь, долгим, солнечным. Мы ждем всех. Какие вопросы? Готов ответить.